А здесь специально света нету? Здесь никогда не было, вот здесь сделали. Здесь обычно никто не сидит, вот здесь в основном парится. Вот здесь сидишь, паришься. Блин, я только что искупался. Там горячая холодная вода, там наберется. А где вода? Вот за этим. Это горячая? Горячая. Вот холодная вода. Спокойно, друг. О, горячо, горячо. Здесь, по-моему, в тапках надо зайти. Здесь ты босиком не зайдешь. Дальше мы едем в пустыню. Место называется Бухара, Оазис, Резорт, Спа, что-то такое. Там вперемешку все слова. Находится в самой пустыне. Занимает где-то час езды со старого города. Ты понимаешь, все номера, они сделаны в виде юрт. Днем здесь вроде бы можно покататься на верблюдах, на лошадках. Вот в этой штуке вечерком. Вот у них генератор, видно, сдох, поэтому сейчас света нету. Ох, как жарко. Вот здесь все должны вечерком сесть, я так думаю, на песочек. Сейчас это, короче, такое пекло. Вот здесь прохладно. Походу, свет дали. Придется идти обратно. Но здесь прохладнее. Так, вот такой у них красивый туалет. Необычный пол. Здесь у них женская сторона. Там сейчас вроде бы никого нету. Зеркала. О, сделано, конечно, красиво. И там должны быть, наверное, кабинки. Туалет прям такой. Какой-то он очень, очень глубокий. Ага. Есть. Вот такие кабинки. Кругом все с подсветкой. Кругом песок. Ну, потому что мы в пустыне. Зачетный туалет. Зачетный. А вот все остальное пока что-то мы не можем определить. Потому что ничего не работает. Судя по всему, включили свет кругом в зале. Наверху эти люстры, они с такой подсветкой, как будто, ну, играющий огонек. То есть здесь будет не так светло, я думаю, вечером. Включились колонны с подсветкой. Наверное, увидели, что я снимаю, думаю, надо включить все. Здесь ресепшена нету. Есть какая-то девушка, которой сейчас тоже нету. Нам кто-то объяснить ничего не может. В юрту нам дали юрту. Говорит, сидите, ждите. Мы сидим, ждем. Спрашиваю насчет гостей, потому что не видно, ну, людей нету. Он говорит, о, а гости только уехали. И меня сотрудник спрашивает, а что вы здесь сегодня оставаться будете? Я говорю, ну да, мы же забронировали. Он говорит, а тогда только вы на данный момент, только вы гость. Как они здесь меня будут одного развлекать? Непонятно. И как они будут меня кормить? Получается, вся кухня будет работать только из-за нас. Странно, нерентабельно, конечно. Но, по крайней мере, хоть свет дали. Короче, походу, весь резорт оставили без людей. Нас бросили. Я не знаю, к кому обратиться. Здесь нету абсолютно никого.
там ездит, а вдали бабки убирают газон, но они, во-первых, не говорят по-русски, во-вторых, они, наверное, не помогут мне. Мне все равно нужен кто-нибудь из работников этого отеля. Здесь нет никого. Ни фронт-деска, ничего. Че, куда это я попал? Так, в каком состоянии кондиционер? Здесь нету окон. Здесь воздух такой спертый. Смотрите, вот то, что я говорю, обычно я всегда проверяю кондиционер. Его почистить буквально занимает одну минуту. А здесь нам придется этим фильтром дышать. Здесь нет окон, ничего не проветривается. Поэтому сейчас мы его сполоснем, если сами сотрудники не могут. Так, горячая вода есть. Я только сейчас обратил внимание, оказывается, я так понимаю, здесь ничего не готово. Вот видите, это чьи-то тюбики здесь. Чье-то мыло. Полотенец. Полотенец тоже нету. Такая большая терраса. Она выглядит очень красиво на песке. Я не знаю, как это все будет выглядеть вечерком. Но днем это жара. Это, короче, здесь ничего нет. И у меня под сомнением, что у них здесь вообще что-то проводится. Но, по крайней мере, пока я здесь, я ничего этого, наверное, не застану. Спустя час наше такси подъезжает. Без этого такси мы в этой пустыне, как поняли, кто без кого. О, прям летит к нам. Короче, сейчас почти половина восьмого, мы уезжаем, решили там не оставаться. С этой гостиницы едем, короче, сейчас обратно к Лебихаусу, в старый город. По дороге заехали в турецкую теплицу. Здесь вроде как выращивают и бананы, и всевозможные овощи, фрукты. Скорее всего, фрукты. Кафешка. Смотрите, как красиво. Люди сидят на столиках. А вот и бананы. Мишель, папа, бананы кинули. Единственное, то, что поражает, это прям размеры. Прям до туда, но, блин, не знаю, сколько метров. Как будто они что-то здесь изучают, но если посмотреть, компьютеры, они даже не подключены. Нет, компьютер. Не тот компьютер. По-моему, компьютеры здесь для видимости поставили, как будто они проводят какие-то лабораторные испытания. Компьютеры с той стороны также.